Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Все свои», и сегодня мы в гостях у замечательной гостеприимной семьи Елены и Александра Миловских. Вот они такие веселенькие, приготовили для нас угощение, рождественский торт, разные всевозможные сладости. Спасибо вам, друзья, что пригласили нас сегодня, и спасибо, что готовы поделиться чудесами, свидетельствами, которые происходят в вашей семье. Ну что же, я знаю, что ваша семья творческая, вы все поете. Наверное, первый день, когда только вот я зашел только в церковь, тогда еще, у меня были сложности определенные вообще в жизни. Вот. Но первое, что я увидел, это расстроенная гитара, вот, которая стояла такая, ну, у нее струны как-то были натянуты не так. Ну, как бы мне не понравилось. Первое, что я сделал, просто я взял ее, настроил, выставил струну, чтобы нормально были, вот, и начал играть на этой гитаре. И подходит один парень, в нашей церкви был тогда еще года не было, вот, только пастор-миссионером приехал с Украины, вот. И вот он подходит и говорит: «О, ты будешь лидером группы прославления». Вот, я, ну, как бы, я так подумал, думаю, так, ну, еще когда увидел христианские тексты, я еще подумал, думаю, я, наверное, такой никогда петь не буду. Ага, это было для вас таким, да, чем-то новым. Ну, да, и когда пастор мне сказал, говорит, ну, сыграй, говорит, вот это, сыграй, спой. Ну, я попробовал, как бы, я говорю, давай я тебе одну вот эту сыграю, а потом еще свои, там, несколько сыграю. Ну, в общем, он сидел, терпеливо слушал потом то, что я ему пел, играл, потом у меня шел такой путь реабилитации, наверное, полгода, там, чуть больше. Угу. Вот. После этого меня допустили до гитары в церкви, я начал играть. Сначала я просто только мыл сцену, настраивал инструмент, там, выставлял, как бы, да, там все такое, стульчики расставлял, вот. Потом начал настраивать, потом инструмента стало больше, потом мне дали возможность играть в группе прославления, то есть... 10 лет я играл на гитаре, и был помощником лидера, занимался всей вот организацией, то есть служение, там, подготовка там, и так далее. Вот. А жена тоже пела в хоре. И, в этот момент, то есть, да? Ну, то все, вы... все это время, как бы, да, мы вместе, в принципе. Ну, то есть она, через сколько ты присоединилась? Я не помню, года 4, по-моему, прошло. Ну, года 3-4, да. Вот. Потом она присоединилась тоже, вот стала петь в хоре, мы вместе уже служили, так, ну, хорошо, слава богу. Вот. И спустя 10 лет, то есть вот уже 4-й год идет, как мне передали служение, прославление, ну, как лидер. Вы как лидер теперь, да? Здорово. Путь интересный, на самом деле, Александр, слава богу, потому что у вас большая семья. Я понимаю, что и бабушка вам помогает, конечно, и с детками, и так. Но вот я знаю, что у вас есть еще разные свидетельства и чудеса, которые происходят в вашей жизни. Вот, большая семья, малыш, это точно. Вот можете поделиться своими чудесами и тем, как Господь двигается в вашей семье. Самое такое главное чудо для вас, вот что Господь явно явил свою силу, за что, конечно, вы больше всего Ему благодарны. Ну, наверное, то, что у нас столько детей. Обильно Господь вас благословил. Да, потому что, ну, было время, когда... мне когда-то поставили диагноз гепатит С, вот, и, ну, как бы мне сказали, что, в принципе, ну, с этим диагнозом невозможно иметь детей, то есть, и, ну, и, как бы, то есть, дети будут болеть. Но просто чудо Божье то, что все дети здоровы. Потом пришло время, я пролечил гепатит С, вот, то есть, и жена не заболела, то есть, ну, как бы, все вот... Господь устроил, да? Да, просто вот так вот чудом, как бы, да. Все здоровы, вот. Слава Богу. Трое. Вот. Дианочка старшая. Да. Дианочка старшая. Средний наш пошел отдыхать, да? Вот. Илюшка младшенький. Да. Ну вот, скоро он и будет... еще... Скоро он будет уже не совсем младшеньким. Да, совсем вот, скоро. Еще там. Слава Богу, Леночка. Ну вот, есть у вас что добавить словам супруга? Я вижу, как вы радостно улыбаетесь, как ваши глаза блестят. Я понимаю, что Господь творит чудеса в вашей жизни каждый день. Да, чудес очень много. Ну, вообще, каждый день это чудо. То есть, все, что происходит, все, ну, как все меняется, как, ну, никогда не стоим на месте, всегда идет какое-то развитие. Вот, все с Божьей помощью. Ну, если бы не Бог, то не знаю, к чему бы могли вообще прийти в нашей жизни. Вот, и очень Ему благодарны. Это моя
что Христос родился, да, и всех нас просто, ну, взял под свое, просто под свою покров, под свою это, защиту. Вот, ведет, наставляет, назидает. Очень благодарны. Слава Богу. Вообще жена у меня просто очень чудная, благословенная. В нем только истина и жизнь. Иисус есть путь на небеса. Превыше всех, превыше всех. Имя Иисуса выше всех, превыше всех, превыше всех. Имя Иисуса выше всех, выше всех. Давай. Богу, Господь чудесный, да. Это прям здорово, что в вашей семье столько свидетельств. Как вы проводите свободное время? Я понимаю, что, конечно, всей семьей вы и в служении, и в церкви, да, участвуете. Но вот в обычные дни, то есть как все происходит у вас перед Рождеством? Особенно интересно, потому что, ну вот я знаю, что вы и деткам рассказываете о Христе, о Боге, прививаете. Вот он уже сюда подбирается ко мне, малыш. Рассказывайте о Христе, о смысле Рождества. Расскажите, пожалуйста, как все происходит, как вы готовитесь к Рождеству? Ну, мы готовимся в свободное время, то есть, ну, вообще, когда таковое бывает. Да, у вас, вот, наверное, такой плотный график достаточно. График, да, такой там достаточно. Муж много работает. Я работаю, ну, то есть, у меня театр, да, я работаю в театре, и в свободное время, наверное, ну, мы находимся просто дома и что-то дома делаем. Что вместе. Делаете совместно, да? Да, просто там играем, как бы, ну, ничего такого особенного. В основном, как бы, когда есть свободное время, мы либо репетируем, мы либо еще там что-то делаем. Там, ну, постоянно. Дочка у нас тоже в молодежном музыкальном коллективе. А для вас что Рождество значит, для вашей семьи? Для нас Рождество – это что-то новое, что-то светлое, что-то такое, что вот когда Христос родился в нашей жизни, это, ну, произошло огромное чудо просто. И, ну, с его рождением, с его приходом, как мы его впустили в свое сердце, вот, когда дали возможность ему родиться, то есть у нас наши сердца, ну, наверное, на тот момент были просто как хлев, в котором вот он когда-то родился. Вот. И для нас, ну, наверное, вот этот очередной день рождения его, вот, это такой вот праздник спасения, радости, знаете, когда открываешь глаза, и ты понимаешь, ну, вот раньше... Вот смотришь на эти деревья, да, которые за окном, вот они пустые, без листьев, но они тоже радуют. Куда? Да. Когда ты смотришь, серая погода наша питерская, но она радует, потому что, ну, ты понимаешь, что ты живешь. То есть по всем, меркам человеческим, вот, меня вообще быть не должно на этой земле уже, да. Но Христос родился, забрал на себя, умер за мои грехи, забрал все на себя, и сегодня я живу. То есть это для меня, ну, особенный праздник, который, в который Бог просто даровал мне жизнь. Что бы вы могли пожелать нашим зрителям в эти рождественские дни, как-то ободрить их, вдохновить? Пожелал бы, наверное, искать где-то семейных отношений, чтобы укреплять именно, ну, дружбу с детьми, в семьях, чтобы... Это тебе, папа. Чтобы, если нет у кого-то традиций, да, у нас традиций не было семейных, вот, но есть то, что мы хотим делать и хотим это, ну, как бы утверждать, наверное, в нашей семье, чтобы... Семейные традиции, чтобы они всегда имели место, и чтобы, ну, потому что это как-то сплочает семью, это как-то дает, ну, какое-то, может быть, ожидание такое праздника, вот, то есть, ну, желаю, чтобы учились дружить и всегда радовались, наверное, каждому дню. Да, пусть так и будет. Леночка, вам есть что добавить? Ну, я, наверное, пожелаю, чтобы каждый день находить в каждом дне что-то положительное, чтобы находилось каждый день за что благодарить Бога. Потому что каждый день – это действительно чудо, что мы вообще каждый день встаем, можем что-то делать, можем даже сами выбирать, что делать. Как бы, то есть у нас
ну, свободная жизнь. Господь дает, ну, много возможностей, много ресурсов, ну, то есть пользоваться, жить, благодарить за все, вот, и делиться с окружающими то, что есть внутри, тем вот. Вот. Что вы делаете, в общем-то, всей своей семьей. Я знаю, что вы приготовили для нас еще такое увлекательное занятие, как мы, наверное, будем елочку наряжать, да? Да, да, да. Да. Ну что, готовы вы? Малыш, ты готов елочку наряжать? Не, лаица и елочка. Мы еще не весь торт съели, да? Хорошо, ну что, пошли тогда наряжать. Да? Пошли. Пойдемте. Ну что, дорогие друзья, вот наша прекрасная елочка. Детишки, вы так долго ждали этого момента. Готовы наряжать? Да! Да? Ну все, давайте. Давайте, вот у нас есть такой пакет. Давай. Выбираем шарики. Давай-ка. Смотри, какие шарики ты хочешь повесить. Смотри, какой шарик полосатый. Ты его хотел повесить, я помню. О, какой красивый шарик. Смотри, красота какая. Давайте сюда. А это сосульки. А песенку рождественскую кто-то хотел нам спеть. Это мы в другую сторону попробуем. Ага. А дети? Кто-то там песенку рождественскую хотел нам спеть. Я хочу. Да? Споешь? Звездочку. Самый последний момент. Звезда, вот, мам, это мамочки. Последняя. Мамочки. Я пока ее подержу. Дай маме. Пока повесит. Мы ее поставим на подоконник. Так кто там хотел? Ждать. Ты хотел спеть песенку? Да. Споешь? Да. Да. Ну давай же. Лесу родилась елочка. Лесу одна росла. Ты мой лего-зеленая была. Да? А дальше знаешь, как продолжение? Ну нет. Зайчишка, зайка серенький под елочкой скакал. А дальше? Сейчас. Дальше я, да ей сама не знаю. Да? Пела, пела, вот папа нам споет. Елочка, бай-бай, мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Посмотри, какой красивый шарик. Ну что, друзья мои? Зажжем елочку. А, звезду-то не поставили на елку. Самое-то главное. Звезду. Рождественскую звезду. Что у нас звезда означает, Илюша? Лисейка, ты знаешь, кто у нас помнит? Ой, Илюша звезду нашел. Ты помнишь, что звезда – это то, что привело волхов к Иисусу, когда Иисус родился? Да. Да. Они шли за звездой. Ну, растение у Иисуса. Аллилуйя. Да. Аллилуйя! Потом мы в театре посмотрели. Да, рождественская звезда, самая настоящая. Рождественская. Да. Симпатично? Все. А во-во-во, не, нормально. Отлично. Ну что? Раз, два, три. Елочка, гори! Гори! Ребята, не говорили. А давайте мы сейчас все вместе. Непорядок. Раз, два, три. Елочка, гори! Илюша. Раз, два, три. Елочка, гори! Что же она не горит? Ура! Какая прелесть, вообще классно. Ребята, вообще, мы с вами отлично поработали. Ну что, дорогие друзья, какая красавица елочка у нас получилась. Ребята, вам нравится? А где шоу? Кто еще?
Нравится ёлочка? Желтого не хватает. Но на самом деле не хватает еще кое-чего. Мы пришли к вам тоже не с пустыми руками. И от всей нашей дружной команды ТБМ мы дарим вот такой рождественский вертеп вам. Он из оливкового дерева, из Израиля, чтобы этот рождественский домик жил в вашем доме, в вашем сердце, как символ Рождества, как знак присутствия Божьего, знак рождения Иисуса для вас. Поэтому я думаю, что мы его тоже повесим на нашу елочку, может быть, вот сюда. Спасибо. И пусть он спасибо. Радует всех вас. Саш, Леночка, спасибо вам большое, что пригласили нас в гости, рассказали о себе, о своей семье, познакомили нас с такими чудесными детками. Нам было очень приятно с вами познакомиться. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы были с нами. И пусть Рождество Иисуса Христа, Его любовь, Его мир, Его радость будут в вашем доме и в ваших сердцах. С Рождеством! С Рождеством! С Рождеством!